Как ощущения? Очень не мокро, будто бы мне 16 лет. Это хорошо или плохо? Это офигенно. Адреналин прям вообще вот давит. Сейчас надо его выплеснуть срочно. Да, замечательно. Только скользко очень. Подъем адреналина лютый, потому что это мой первый опыт такой езды агрессивной в дождь. И это было прям невероятно, если честно. Отлично. Кайфую. Владимир постоянно приводит вас на какие-то очень экстремальные тимбилдинги. Ну, он очень любит активный вид отдыха. Это прям его приоритет. Да, я думаю, благодаря ему и нашей команде мы здесь. Вот такие мы. Дерзкие, потому что Red Machine, как иначе. Он нас испытывает, мне кажется. Что дальше? Что дальше? Проверяет на прочность. Дальше что у нас? Прыжок с парашютом запланирован. Волна уже была. Серфинг, наверное. Что-то из этого, я думаю, нас подождет. Это нормально, что Владимир постоянно приводит вас на такие экстремальные тимбилдинги? Думаю, что нет. Он рискует командой. Но он знает, что вы победите. Конечно. А у вас всегда такие тимбилдинги проходят? Конечно. Такие экстремальные? Это же альфа. Альфа номер один. Если вас заставил Володя, моргните. Володя Китлера на тимбилдингах так всегда? Я первый раз и надеюсь, что да. Это секта. Да. Вы вообще часто гоните? Ну, на дейли каждый день почти что-нибудь гоню такое. Ну, конечно, сейчас погоню. Да нет, вот второй раз, получается, гнал. До этого не гнал. Сейчас приехал, начал гнать. Иногда бывает. А сегодня почему не гоните? А сегодня отдыхаю. На мотоцикле часто. А вообще по жизни? Никогда. Считаешь, гнать это нормально? Конечно. Особенно на трассе. Лучше ехать, чем гнать. Ну, смотря что гнать. Самогон гнать 100% нормально. Продавать его потом не очень, а вот гнать самогон для себя нормально. Гнать это прекрасно, особенно в такую погоду. Если вперед, то да, а если чушь, то нет. Гнать абсолютно нормально, тем более, когда под тобой заряженный болид. Абсолютно. Главная цель. Вижу цель, не вижу препятствий. А тормозить это нормально? Повторите вопрос, пожалуйста. Все любят тормозить, у всех это иногда бывает с процентом. Мы сегодня с Москвы приехали, мы сегодня не выспались, поэтому тормозим мы сегодня хорошо. Тем более такую дождливую погоду. Каждый день торможу, ничего стыдного в этом не вижу. Лучшая машина, по вашему мнению? Ford Mustang 67-го года. А вы на какой ездите? Я на Volkswagen Polo в каршеринге. Иметь машину очень дорого сейчас. А автокредит в Альфа-банке? Если мне придет смс-ка, я обязательно воспользуюсь. Мы напишем, кому нужно. Спасибо. Спасибо. У вас в команде газ. Вова, наверное. Спасибо, спасибо, спасибо. Владимир Китлер. Как у вас в команде с Владимиром? Вы тормозите, гоните, останавливаетесь, делаете перерывы? Это только вперед. Все, что касается Альфа-банка, только вперед. Ничего другого невозможно. Ты газ или тормоз? Конечно, газ. А кто у вас на работе в команде газ и тормоз? У нас нету тормозов, у нас все только газы.
Как ты думаешь, кто победит сегодня? Победит самый быстрый. Это значит практически любой сотрудник Альфа-банка. Я болею за двух участников. Это Женя Сергеев и Натусик, наш фронт-разработчик. Они точно будут в топе, я думаю. Я думаю, кто-то из девочек победит. Победит Альфа-банк! Изобразите, как звучит гоночная машина. Примерно так. Сначала он звучал так. А потом так. Бык-бык-бык-бык-бык-бык. Но сейчас снова будет. Др-др-др. Др-др-др, а потом вторая. Тур-тур-тур. Др-др-др и тур-тур-тур. Да. Это, возможно, новый хит этого сезона будет. Как вы считаете, где в гонках очковая зона? Где-то ниже пояса. Где страшновато, да? Входить в поворот. Она повсюду, кажется. Сейчас в данной ситуации. Вообще в целом в мире. В мире, да. Согласна. При старте очковая зона. Чем больше ты очков надерешь. Чем больше ты очкуешь, тем лучше старт. Что важнее, чтобы днище было надежным или чтобы диффузер не подвел? Главное, чтобы крыша была отличная. Главное, чтобы днище не прорывалось, вот что главное. А все остальное, диффузор это так себе, можно заменить, если вдруг что. А вот с днищем надо быть очень аккуратным. В наше время без этого никак не обойтись. Осторожность для днища. Что будешь делать сегодня вечером? Веселиться, не горевать и делиться своими впечатлениями со своими коллегами-гонщиками. Что планируете делать сегодня вечером? Оттянуться, проораться, кайфануть. Класс, спасибо большое. Спасибо. Сегодня делать вовсе нечего. Вот вдруг и просто отдыхаю я. Вечером можно гулять круглосуточно. И завтра ты спасили. Давай сегодня. Bye.
это не Феррари, это не Порше, это наш отечественный рэп-машин. Мы на антифейлах, мы на супершах, запускаем тренды, продолжаем качать. Питер!